Проверки МАГАТЭ не выявили экологических проблем в результате сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима». Как заявляет глава МАГАТЭ, пробы воды взяты организацией независимо во время и после сбросов, а также проверили образцы осадочных отложений морской рыбы. Уровень 3 единственного радионуклида, от которого системы очистки не могут избавиться, остается чрезвычайно низким. Рафаэль Гросси отметил, что посетил множество стран, соседствующих с Японией, в частности Китай и Южную Корею, где выражали сильное беспокойство по поводу влияния ситуации на окружающую среду. На АЭС «Фукусима» скопилось более 1 000 000 тонн воды, использованной для охлаждения реакторов после аварии в 2011 году. Очистка и ее сброс в океан может занять несколько десятилетий.